Точно были с комплектами, я с него еще LC-10 взял. Фиолетовую в бриллиантах. Да я ж там тебе помогал, ты чё, я ж его дымажил тоже. Там нормально я ассистил. Не знаю каких. Который был у меня в уплее, ты точно не ассистил, который пришел первый, которого мы не знали, кто это такие. А потом был, который был за машиной, как ты его мог дамажить? А, ну это да. Не-не, этих я так убил, мне кажется. И в доме был лаговец, да, вот тут внизу. Он, по-моему, там за пушками был, я не уверен, но вроде... Блядь. Я на эрейсе, ну. Угу. Я лицо чуть не оторвали. Они продолжают тебе его отрывать. Нет. Нет. Но, по-моему, есть у нас. Не умирайте. Ищите золотой ящик. Есть датчик. Датчик, это хорошо. Иду на домики. 9000 у меня. Магазину, в магазин у тебя один. Есть, у Жени, идем туда. Сможешь перелететь? Я внизу уже, я пешком полетел. Жень, в другую сторону. Ну сейчас я полутаю. Блядь, да ты... я смогу полутать этот дом, блядь. Возьми контракт заодно. Ага, блять. Не прокнуло. У вас хватает, не? У меня еще нет, да. Но я сейчас, может, здесь соберу. А хватает уж, Женя, я имею в виду. Тоже недалеко. Нет, тут я далеко. Деньги у магазина. Стейшн не купили, сундук. С броней? По возможности купить, Саш, ящик с патронами. Или БПЛА. Купи БПЛА точно. Вместо самореза купи сейчас БПЛА. Да мне хватает. Может и то купить. Ну покупайте, уже ж долго так. Да я бежал. Заводи, чё ж стесняешься? Ты сейчас я возьму, чтобы, блядь, все было готово, а теперь, блядь. Чтобы было готово, чтобы БПЛА запустить. Чтобы я тоже был готов идти, если что. Они идут на нас, кстати. И машина куда едет. Машина они высадилась. Они пересекутся. Угу. Жень, смотри, куда мы пошли. В доме как сидят эти чуваки, лутаются, а те так и сидят наверху. Он еще машину дальше поехал. Вон они сверху, вот там. Вон вообще. Да не надо, я не вижу вообще. Зашел в дом. Грузик.
Вот здесь вот на зеленой в домике сидит. У нас сзади комплект, купили. И бэпку. Завели. И машина выкупила вот здесь этот. Едут. Там тяжелая. Зашли в дом. Мне кажется. Сейчас на втором этаже будут. На улице был. Был. Второй этаж. Пьюсь. Не вижу. Не там, не там. Саша, аккуратно, их там двое или трое. Уходи. Но... Рассыпались. Сейчас заберу. Проредили. Откуда? Направление, блядь. Рядышком. Да. Один готов. Снайпер откуда стреляет? Вышел. Мне сам прилетел. Блядь. Напротив. Напротив, блять, оттуда сюда. Рассыпался. Коснись. Есть где-то шмотки его? Да есть, наверное. Там я понял. Может, грузик. Там, бля, мне тоже надо. Крэк. Дал тело. Не попал. ППШ мне не нравится вообще. Еще один грузик. Вы издеваетесь? Вышел. Летит кто-то, прилетел. В дом зашел. Да. Там не моя. Я как живой щит выступил, блядь. Блядь, только что чувак бежал от вышки. Еще вон машина едет. Вы издеваетесь, нахуй? Не пробил. Мне кажется, сюда прилетала только что пуля. Да, мне тоже показалось. Я вниз бегаю или этого плутаю. Пластинки есть, я отрубец. У меня пати здесь. Я вовремя-то. А, это-то блуталово, сука. Ух ты, попал мне хорошо. Откуда? Ну я отметил. За забор ушли. В машину сели. Вот, рядом с нами, в окне. Крэкнул. Едут сюда. Второй этаж. Вышли. Где-то рядом. Давайте отходим. Вот отсюда. Брони нет. Брони нет, Жень, кинь. У меня нету, я пустой. Плохо. Идемте на пустой. Идемте на комплект. Люди! Блин.
Дай еще не плитки, если ты утонул там. Нету. Одну вставил. Сзади машина опять. Там мины. Вышел. Мина взорвалась. Все, транспорт уничтожен, нокнул. Он нокнулся, да. Убейте. Там машина стоит, не могу. Надо идти туда. Иди, я прикрываю. Да не взорвите меня на тачку, блядь. Взял, взорвал, взорвал уже. Его резали. Плитки есть? Там есть. Там кивайпа не было. Идемте на комплект. Я мину свою заберу. Жесть какая, точка, слышишь, вообще невероятно активная. Насыщенно получилось. Я не беру комплект, желаю. Кто-то уже здесь по мне взял комплект. А, бля, убери ты этот пистолет отмеченный. Есть кому-нибудь на селф? Это мне брони надо купить. Тюмтик, сколько, на... А, у меня. Я фуловый. Тю. Ты ж там бегал. Ну да. С подгузником, да? Да, с подгузником. Ну я да. У меня 6. У меня 2. Ну, Глеб, дай ему пару. Возьми, у меня тоже одну. На кого мы идем? Нет, мы если здесь. Если торчит где-нибудь, можем его пристрелить. По-моему, здесь кто-то есть. Вроде раз где-то были. Были, были там, были люди. А ваши отсюда стреляли со второго этажа, с третьего. В прошлый раз. Вон чувак побежал. А, это тот последний, третий. Бля, в кирпич попал в себя, стрейфанулся него. Это их третий был. Бля, корона где-то может. Машина где-то стоит. Есть у кого-то мина? Нет, ноль. Одна. Ставь под машину. Ну я могу ящик с патронами поставить, если хотите. Не, рано. Ну, я могу сбросить мину, а потом. Что ты делаешь? Тут, кстати, гудит. Я. В сторону короны стрелял, мало ли. У нас вот на вот этом магазине, смотрите, отметил там, где мы были. Люди. Авик заказывали оттуда. Угу. Через. Можем купить два респа, если найдем еще 100 баксов. Нашли. Тут нет магазина же. Пить-то можем. Выкупили вот здесь на магазине где-то. В сторону зеленой вот тут.
Летит на крышу. Попал. Джейн, ну не умри там. Нокнул его? Нет, крэкнул, крэкнул. Сюда перебегает налево. Левый дом перешел. Он с комплектом же? Нет, он с ГУЛАГа. Он в этом доме, да? Да. Нихуя себе не комплект. Ой, блядь. Убьете, скажите? Да его не видно, блядь, где он там лазит. Не вижу его. Вполне мог себе уйти. Жень, не пуши, если ты не уверен, что ты его убьешь. Давайте вместе зайдем просто. А, вижу его, он на втором этаже. Бля, я не могу поднять. А, вот, поднял, нормально. Уёбываем? Угу. Да, купите стол. А, нет, магазин точно. Да нет, идемте туда через широкий радиус. В оранжевый дом забежали. Даже тут на пролом можно идти. Не палиться пока отсюда перебежать. Да, да, пошли. Перебегай. Перебежали вот в этот дом только что двое. Угу. Вон бегут, бежит Патя. Ног на одного. Поднимайтесь. А. Одного ног. Два в ноги получается. Да. Ой, ты сейчас чуть-чуть не успел. Сорян. Он сам ареснулся и дробашил. Магаз только вот так. Женя, а где ты умер? Ладно. Кулаки. Не, не успею, все. Все, все. Видел, да, трассер? Не. Право, вот сюда попал, куда ты смотришь, слева со стороны оранжевой. Пролетела пуля. Покажи право, 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 повернись. Нормально. Показалось, показалось. Это там мусор летает, который возле. Угу. На тебе сел на бой. Хуя себе, блядь, отчаянно. Еще спалил тебя, блядь.
Ага, пидорюга, блядь. Подожди, подожди. Смотри, слева от дома, с того этажа дядя ёбнула. Почему на комплекте ты можешь купить оружие, но не можешь купить друга? Так не покупать, не купить, а забрать. Это типа airdrop. Если в airdropе лежит друг, то что это странно. Блять, самореза нет, обидно. Угу. В чем деньги есть? Чувак, прям. Да, вижу. Я спалил. Да, я в дом устал. А в двух сундуке был бы саморез? Есть шанс. Ну, много денег зато. Надо было поставить, да, обновить патроны. Ты хер с ними. Еще денег нашел. Ага, вообще, я даже не понял, чего она чмякнула. А, ну сам сосал. Да. В этот мир. Что это за звук, блин? По-моему, в вышке этой пожаки. Не обманывай меня. Деньги. Да человек тут. 15. Боже. Слушай, 6 команд, 10 человек. Двойки остались. Ну, либо есть тройки, единички. Тихо. Не вайпнуло. Эти здесь, да? Вайпнуло. Разве? Да. Заряд. Три команды. Пять. Две команды. Четыре человека. Четыре. Две двойки или тройка единичка. Вот, справа. Справа. Не доедай его. Да надо было доесть. Да не надо было, ты второго надо было переключаться. А потом ты бы доел уже. Ну повезло, что он два попал. Ну, ты стоял практически. Че бы он не попал? Да я шевелился влево-вправо. Не, ну мало. Ты бы попал на голос. Ты на стуле или в игре? Кулочками там подпрыгивал. Жаль, мог бы втащить. Их трое было, поэтому нет. Нет, двое. Трое? Да чё трое? Ну там третий еще лежал у кирпича.